Добрый день, уважаемые зрители. С вами «Наша среда». Как многие из вас уже знают, дней 10 назад начались события, причем по всему миру, которым предшествовали провокации азербайджанцев и случались столкновения и стычки во всех городах. Сегодня мы попросили редактора еженедельника «Хайреник» и президента ассоциации «Арарат» из города Валенсии, Арарата, прокомментировать события, которые происходили в Испании. Добрый день, Арарат. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы наблюдали во многих городах Европы столкновения армян и азербайджанцев. Могли бы вы рассказать, что происходило у вас в Валенсии и в общем в Испании? Ну, вообще в Испании очень так спокойно все прошло, не так, как в других городах Европы, в России, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге. Потому что тут азербайджанская община не такая большая, ни турецкая, ни азербайджанская. Ну, они собирались примерно неделю назад возле посольства, армянского посольства в Мадриде. Ну, за считанные минуты там собирались наши соотечественники. И нас было больше, много больше, чем вот азербайджанцев. У них 15 или, наверное, 20 человек там стояли, наверное, хотели показать своему лидеру, что тут тоже что-то они делают, кричали немножко там и все. Да, вот то, что случилось в Испании, да, в Мадриде. Вот в Валенсии, вот, например, нету ни консульства, ни посольства азербайджанское, ни турецкое. Поэтому мы тут, и поскольку далеко отсюда, Мадрид и Барселона, мы не участвовали. А вот армяне там, которые живут в Мадриде, они участвовали. Я говорю, что за считанные минуты они уже там были и поддерживали нашу государство, наше посольство. Еще два дня назад вот наш ответ был очень большой. Армяне Каталонии, Барселоне собирались возле консульства, турецкого консульства, там в Барселоне есть турецкое консульство. И ответ был очень вот как-то сильным. Тут тоже, да, мы, можно говорить, что выигрывали. И, по-моему, завтра или послезавтра, если я не ошибаюсь, будет концентрация еще в Мадриде возле азербайджанского посольства. Там будут собираться наши соотечественники, будет акция протеста и чтобы показать им тоже, да, немножко и здесь, в Испании, что мы соединены, наша как-то борьба, то есть мы правы и на границе, и здесь, и во всем мире. А то, что вот, например, случилось в Европе, в других городах Европы, ну там же мы знаем, что есть община большая, азербайджанская и армянская община есть. Но тут тоже им нечего делать, потому что они то, что делают, вот эти провокации, да, как-то все справится из Баку, да, то, что сделают, все организуется из Баку. А вот наши сделают сами здесь, никто нам не правит, никто нам не говорит, что надо делать. То есть мы все, что делаем армяне в мире, то есть диаспора, армянская диаспора в мире, организуем мы. Не организует ни Пашинян, ни Ереван, никто. Организуем мы. Вот разница в том, что
они хотят показать, что они то есть борются тут, что они правы, но все ясно, что они хотят. Скажите, Арарат, а вот, например, в России у нас вот в таких случаях даже записывали видео азербайджанцы с предупреждением, там обычно присутствовал и турецкий флаг. И многие говорили о том, что Турция тоже вмешивается в эти дела и тоже провоцирует. А как у вас там было? Вот там тоже присутствовали турецкие провокаторы, турецкие флаги были у них, когда они митинговали? Ну да, конечно. Вот то, что весь мир уже знает, что когда что-то случится, да, на границе между Арменией и Азербайджаном, всегда Турция свое слово говорит, да, всегда вмешивается. Вот мир должен знать, что ну, Турция у турков не будет, никогда не будет комплексов дать поддержку Азербайджану, да. И у них, да, были здесь и в Бельгии, и в других странах Европы, в других городах Европы, там тоже присутствовали турецкие флаги. Ну, с этим они хотят сказать, что то, что говорит Турция, да, мы одна нация, две страны, одна армия у нас. Ну, ответ наш тоже был очень сильный. Вот армяне в Каталонии, там в Каталонии, в Барселоне есть турецкое посольство, мы собирались там. То есть армяне в Каталонии собирались там. И все понятно, что когда начинаются вот эти действия, вот эти провокации на границе, вот всегда Турция, мы должны, уже это не... Мы не сомневаемся, что Турция будет свое слово сказать, и слово это поддержка Азербайджана. Арарат, скажите, пожалуйста, а как реагировала полиция вот на эти действия? И вообще были ли там стычки, доходило ли там до драк, то есть или это как-то все-таки более мирно проходило? Мы должны похвалить испанскому полиции, потому что они тоже вот через считанные секунды уже там были. И стояли между азербайджанцами, между зданиями посольства, армянское посольство. И никаких драков, никаких эмоциональных, никаких действий не было. Только они кричали, стояли перед улицей, то есть перед посольством, и только кричали там 20 минут, наверное. Даже были армяне, которые читали, да, в Фейсбуке, мы написали сразу, чтобы они пошли туда. Ну, уже поздно было пойти туда. Пока они доехали до посольства, армянского посольства, уже они там не были. То есть было примерно 15-20 минут. И все закончилось. Как я понял из вашего рассказа, тогда и задержанных, собственно, никого не было. То есть все, они покричали. Нет. И спокойно разошлись. Да, ни задержанных, ничего, никаких стычек, никаких, то есть конфликтов не было. Только они кричали, и все, и заканчивалось. Хорошо, скажите, пожалуйста, а вообще вот если количественно взять в Испании, большая ли армянская община, и конкретно в Валенсии. И насколько она активна? Вот расскажите, пожалуйста, немного об этом. Ну, в Испании примерно сейчас 13 тысяч армян, примерно, да. В основном живут армяне в Валенсии, я имею в виду регион, валенсийский регион. Потом Каталония, потом Мадрид, а потом еще в Малаге живут, в Севилье, там Паис Баско. Ну, 13 тысяч примерно армян. Азербайджанцев немного тут. Не знаю точное число, наверное, от 4 до 5 тысяч. Да? Турков тоже немного, наверное, будет столько же, 5 тысяч, 6 тысяч. Ну, в основном азербайджанцы и турки, наверное, живут в основном
в Барселоне и в Мадриде. А скажите, вот вообще в обычной жизни вот они как-то проводят мероприятия, у них какая-то активность есть у их общин? И если можно, про нашу армянскую общину тоже расскажите, какие мероприятия проводятся? Ну, примерно вот 10 лет тому назад я познакомился здесь в Валенсии с одной общиной азербайджанской, да, ассоциацией. Сейчас не помню, как называлась тогда. Не знаю, существует сейчас или нет. Ну, я знаю, по-моему, там в ассоциации только президент, женщина она, только она была из Азербайджана. То есть там были из Дагестана, из Чечни, из России, украинцы. Ну, только вот президент был из Азербайджана. Да. А вот армянская община здесь, в Испании, не, так говорить, не классическая община. То есть тут община примерно 25-30 лет, как существует. В основном, как я сказал, в Валенсии, в Барселоне, в Мадриде, в Малаге. Вот, ну, наше действие в основном культурное. Мы представляем культуру, армянскую культуру здесь. Представляем наши обычаи. Есть армянские школы. Вот, например, в Валенсии у нас есть армянская школа. По воскресеньям дети ходят в школу, чтобы не забывать армянский язык, армянская культура. Вот в основном культурные действия у нас, то есть культурные общины. Да? А вот то, что касается политики, да, между, то есть политическим действием общины, да, вот мы знаем, что Испания пока что не признала геноцид армян. Мы работаем уже почти 20 лет, чтобы вот этот, вот Испания тоже, да, признала геноцид армян. 5 регионов Испании уже признали, в том числе País Vasco, Каталуния, Арагон, Наварра и Балиарские острова. И еще 35 городов признали геноцид армян. Тут немножко трудно, то, что касается признания геноцида армян, потому что мы знаем, что между Испанией и Турцией очень много дипломатических отношений, да, и торговых отношений, поэтому как-то, в кавычках сказать, боятся пока что, испанцы боятся, ну, об этом разговаривать, да. Ну, я думаю, что скоро придет время, Испания тоже будет признать и должен понять Испания тоже, что вот то, что творится на границе между Арменией и Азербайджаном, вот Турция всегда вмешивается. И это для региона плохо очень, для региона это как-то дестабилизация, то есть вмешиваться в другие, то есть в дела других стран, это не очень-то хорошо. Они все это знают уже. Я должен сказать, что многие политики, нынешние и бывшие политики Испании, депутаты Конгресса, Испанской Конгресса и Сената, они выразили свое, то есть беспокойство и свой, дали свой, то есть поддержку армянскому народу, то, что творилось в этом, на границе между Арменией и Азербайджаном. И им тоже, они тоже думают, почему, вот, например, Турция вмешивается в вопросы, которые им не касаются.
Арарат, скажите, а вот в обычной жизни до нынешнего обострения, когда вы проводите какие-то мероприятия, бывало ли такое, что азербайджанская община там как-то пыталась помешать, какое-то противодействие вы видели с их стороны? Никогда. Вот никогда, когда мы сделали какие-нибудь мероприятия культурные там в общине и не только в общине, вот в городах, испанских городах, никогда такого не было. То есть они никогда не вздумали помешать или что-нибудь сделать, чтобы эти мероприятия не состоялись. Да? Только вот когда то есть число, то есть когда приходит февраль, да, каждый год в февраль они хотят что-нибудь сделать насчет Ходжалы. Ну, мы раздаем, мы, то есть история Ходжалы, то, что случилось в Ходжалы, у нас есть вот испанские буклеты, мы раздаем жителям, то есть Испании, чтобы они знали, что случилось тогда, чтобы правду знали. Надо сказать, что дезинформация очень много работает, да, в Азербайджане, очень много роль играет. Сразу, через считанные секунды, они уже, не знаю как, да, вот эту дезинформацию уже отправляют все СМИ, и вот это, на, то есть на, об этом мы должны думать, чтобы смогли бороться, да, на эти дезинформации. Вот, вот только вот это, когда они, то есть кажется, что у них уже есть готовый текст, что они должны сказать и отправить с газетами и СМИ, и это как-то у них получается. Пока наши вот отправляют искреннюю историю, то, что случилось. Да? Но у вас успешно получается бороться с этой пропагандой, и испанские СМИ охотно идут на контакт с армянской общиной? Ну да, уже постепенно они тоже знают, кто. Уже понятно, что, как я говорю, да, игровая политика Алиева уже не действует здесь. Уже в Европе, кстати, в Европе, в Европарламенте был Педро Аграмунд, который, вот, я всегда говорю, игровый султан, да, когда Алиев всегда его отправил вот эти нефтедоллары, да, вот сейчас это уже не действует. Сейчас уже очень мало коррумпированных депутатов и в Европе, и в Испании, и в других странах Европы. И вот это уже не действует. Уже поэтому вот Алиев уже, и клан Алиева, да, уже думают, что делать, чтобы выйти из этой ситуации. В стране, внутри страны много проблем, и вот чтобы, ну, как-то отклонить, да, народа от этих проблем, всегда создают там провокации на границе. Уже это не действует. Они тоже знают, что нигде они выиграть не могут. Ну, собственно говоря, вы вспомнили про, по-моему, это был председатель Европарламента Педро Аграмунд. Да. По-моему, в отношении его сейчас ведется расследование как раз по этим взяткам, по делам о взятке в Испании, если я не ошибаюсь. Да, да. Вот уже он не в Европарламенте, да, но пока что идет, да, вот следствие, вот, судебные процессы пока что не закончились. Посмотрим, как закончится. Ну, ясно, как они работали, да? Это уже ясно всем.
Спасибо большое, Арарат. Мне очень приятно наблюдать, как вы рассказали, что такие мероприятия в Испании проходят и такая крепкая сплоченная община. И я благодарю вас за то, что вы нашли время прокомментировать события в Испании. Я думаю, нашим соотечественникам будет это очень интересно. Дорогие друзья, с вами был из Валенсии Арарат Гукасян. Спасибо большое. Спасибо вам. Thank you.